На Кунашире спасли женщину из автомобиля, съехавшего в кювет. Инцидент произошел на автодороге Южно-Курильск-Головнино. Toyota Rush, покинув проезжую часть, опрокинулась. В результате 42-летняя пострадавшая получила травмы головы. Прибывшие на место сотрудники МЧС оказали ей доврачебную помощь. Голову аккуратно. Голову аккуратно почини. Наложив пострадавший воротник шанса и давящую повязку на голову, спасатели передали женщину бригаде скорой помощи.